Пока мы приглашаем на сцену нашего гостя, который на вопрос «Как вас представить?» всегда отвечает «Как Челентано». Любимец женщин Артур Итальянович Пирожков. Я грубиян, сексист и хам. Пока ты злилась, в меня влюбилась. Отель Корона, все очень ровно. Ты мною крутишь, как Армела Мути. Я сейчас смешной, небритый и пьяный. На всех экранах целовать хочу тебя постоянно. Спускаться плавно. Больше я не твои мечтания, не любовь, более расстояние. Больше ты не моя подруга, мне пора, дует ветер с юга. Сент-Тропе, убегаю, убегаю, Портофино, чужой мужчина. Я сейчас смешной, небритый и пьяный. На всех экранах целовать хочу тебя постоянно. Спускаться плавно. Вау-вау, вау-вау. Смешной и пьяный. Вау-вау, вау-вау. Как Челентано. Дорогие друзья, спасибо за ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Спасибо, мне очень приятно. Вы знаете, я не случайно вышел на эту сцену. Я поздравляю вас, Никита Сергеевич, с фантастическим фестивалем. И, конечно, я не просто так вышел. Я вышел, чтобы представить вашему вниманию члена жюри 39-го Московского международного кинофестиваля фантастическую и неповторимую Арнеллу Мути. Пожалуйста, громче! Арнелла, где вы? Арнелла, сей белиссимо. Сей перфетто, Арнелла. Арнелла, дольче вита. Арнелла, I love you.